Привет и добро пожаловать на серию мастер-классов по ремонту и уходу за хроматическими губными гармониками Honor. Урок C07 ⁇ настройка. Многие люди удивляются, когда узнают, насколько это просто самостоятельно настроить губную гармошку. Неважно, расстроились ли на вашей гармонике старые язычки, или же вам нужно отладить и настроить язычки, которые вы только что установили. В любом случае, вам пригодится этот поистине бесценный навык. В данном случае речь идет о музыкальной ценности, потому что благодаря точной настройке ваш инструмент будет звучать намного лучше. Сейчас мы расскажем вам о том, как нужно ее производить. Для данного урока вам понадобятся следующие инструменты. Лезвие для поднятия язычков со специальным ключом. Скребок для Настройки язычков. Крючок. И, конечно же, пилочка для точной настройки. В дополнение к этим инструментам вам также понадобится хроматический тюнер. Конечно, вы можете использовать любой тюнер, имеющийся в продаже, но мы советуем вам использовать то, что используем в данный момент мы сами. Тюнер для настройки губной гармоники Honor. Он доступен для скачивания в интернет-магазине Honor C-Shop. В данном уроке мы покажем вам, как настроить отдельные язычки. По сути, это та же самая процедура, которую вы применяете при настройке всей платы с язычками. Но отличие заключается в том, что в данном случае вы можете корректировать и настраивать отдельные язычки на вашем инструменте, старые или только что установленные. Хроматическая гармоника настраивается в равномерной темперации. Это значит, что октава разделена на 12 равных полутонов. Такой же строй используется на фортепиано. По этому же принципу настроены и большинство хроматических тюнеров. Как и при других операциях с язычками, во время настройки очень важно прозвонить язычки через равные интервалы времени с помощью лезвия для поднятия язычков. Это поможет точнее установить высоту звука при настройке, благодаря чему вам легче будет оценить результат. В ходе всех операций, связанных с настройкой, мы рекомендуем соблюдать осторожность. Оказывайте минимум давления. А после двух или трех движений пилочки всегда проверяйте высоту звука. Но перед этим обязательно прозвоните язычок. В интерфейсе программы по настройке губной гармоники Honor есть четыре поля. Первое поле показывает воспроизводимую ноту. Ля, равная 440 Гц, обозначается как А4 по международному стандарту настройки музыкальных инструментов. Каждый полутон равномерно темперированного строя состоит из 100 центов, и в этом поле мы можем увидеть отклонение центов от заданной высоты звука. Сейчас мы зададим основные параметры строя для того, чтобы понимать, от чего мы будем отталкиваться при настройке. Зададим в программе значение для ноты ля 443 Гц. То есть звучать она будет выше, чем нужно. Но на то, чтобы сделать это, есть следующие причины. Во-первых, тон всегда понижается, когда вы ставите на место внешние крышки. Во-вторых, тон также слегка понижается под воздействием давления воздуха, когда вы играете достаточно громко. Теперь нас интересует четвертое поле, которое находится в самом низу. Это аналоговый дисплей, который демонстрирует отклонение от заданного значения. Он помогает понять, каким образом меняется высота звука при настройке в ходе настройки губной гармоники мы рекомендуем проигрывать ноту, которую вы собираетесь измерить с помощью тюнера с минимальным давлением воздуха, потому что во время громкой игры тон всегда будет немного ниже, чем если бы вы играли тихо, а это может исказить получаемые значения. Итак, запомните, что настройку нужно производить с минимальным давлением воздуха. В ином случае тон воспроизводимой ноты будет понижаться, и вы получите искаженный результат. При настройке губной гармоники следует обращать внимание на следующие аспекты. Неважно, есть ли на гармонике ноты, которые настроены слишком высоко или слишком низко, мы всегда в первую очередь будем настраивать те ноты, которые звучат слишком низко, потому что во время игры тон обычно снижается. Итак, мы начинаем с ноты, которые настроены ниже, чем нужно, и расположены с внешней стороны пластины с язычками, потому что добраться до этих язычков намного проще. Вот нота, которая явно настроена слишком низко. Как вы можете увидеть на дисплее, высота звука для этой ноты на 23-24 сета ниже заданного нами значения. Вот с чего мы начинаем настройку. Лезвием для поднятия язычка вы подлезаете под кончик язычка примерно наполовину его длины, и затем начинаете шлифовать его по направлению от кончика к заклепке. Делать это нужно слегка по диагонали для того, чтобы убрать лишний материал с поверхности кончика язычка. После нескольких движений пилочкой вы прозваниваете язычок для того, чтобы установилась определенная высота звука. Данная процедура используется в ходе всех операций с язычками, потому что помогает стабилизировать получаемую высоту звука. Сейчас мы снова можем проверить наши настройки. Теперь мы видим, что высота звука изменилась. Она поднялась до минус 8, минус 10 центов ниже необходимого. И нам нужно поработать над язычками еще немного. В ходе освоения навыка настройки мы рекомендуем вам делать всего несколько движений пилочкой перед очередной проверкой ноты. Потому что иначе вы легко можете снять слишком много материала. Теперь нота настроена правильно. Далее мы покажем вам, как понизить тон ноты, расположенной на внешней стороне пластины с язычками для вдоха. Она звучит очень высоко, и мы настроим ее ниже. Для этого мы снова подлезем под кончик язычка с помощью лезвия, чтобы поддержать его и избежать проваливания внутрь слота. И затем с помощью скрика мы будем продавливать заднюю сторону язычка по направлению к заклепке для того, чтобы соскрести часть материала с поверхности язычка в этом месте. Это сделает язычок немного более гибким, в результате чего мы добьемся понижения тона. Итак, мы снизили тон точно до требуемой высоты. Только что мы продемонстрировали вам, как понизить и повысить тон язычков, расположенных на внешней стороне пластины для вдоха. Теперь мы покажем, как сделать это на плате для выдоха. Это более сложная процедура, поскольку в данном случае язычки располагаются с внутренней стороны пластины. Сначала Габи покажет вам, как повысить тон подобного язычка. Звучит слишком низко, и мы должны поднять высоту тона. Для того, чтобы вам было проще понять суть данной операции, мы сняли со слота Windsaver. Для начала просунем кончик крючка внутрь отверстия спереди и очень осторожно протолкнем кончик язычка вверх через слот. Так, вы сможете захватить его с помощью лезвия для поднятия язычков. Затем вы просовываете лезвие под кончик язычка. И теперь у вас готовая рабочая зона. Язычок не отскочит обратно и вы сможете отшлифовать его. Сейчас Габи вынимает крючок из слота и теперь она может работать с кончиком язычка для выдоха, точно так же, как она делала это при настройке язычка для вдоха. В ходе выполнения данной операции следует обращать внимание на следующие моменты. Во-первых, будьте осторожны и не... Вредите клапан, который перекрывает другой язычок язычок для вдоха, расположенный в том же слоте. Он находится рядом с язычком, с которым вы работаете, но вы не можете его видеть. Во-вторых, в ходе шлифовки язычка постарайтесь не поцарапать мундштук, поскольку это сделает его шершавым на ощупь для ваших губ и испортит внешний вид инструмента. Поскольку язычки расположены с внутренней стороны пластины невозможно прозвонить, вместо этого мы можем сыграть на них несколько раз очень резко. Это стабилизирует высоту звука, потому что язычки нужно разрабатывать. Теперь мы снова можем оценить результат. К несчастью, Габи проявила слишком много энтузиазма, и мы ушли слишком высоко. Зато теперь у нас есть замечательная возможность продемонстрировать вам, как понизить тон язычка для выдоха. Мы снова используем скребок и продавливаем язычок по направлению к заклепке для того, чтобы соскрести лишний материал с поверхности задней части язычка. Здесь важно не оказывать слишком сильное давление на поверхность язычка, потому что он может слишком сильно отойти от пластины, то есть увеличится изгиб, а нам это совсем не нужно. Сильное давление не стоит оказывать и тогда, когда вы настраиваете язычок для вдоха, потому что вы можете продавить их в слот, что опять же повлияет на их изгиб. Итак, мы снова снизили тон ноты до корректного значения. Когда у вас будет больше опыта в настройке язычков, вы поймете, что способны настроить язычки для выдоха даже с прикрепленными сверху клапанами. Сейчас Габи покажет вам, как это сделать. Снова протолкните крючок в слот и поднимите язычок, расположенный под клапаном. Затем вы просовываете пилочку под клапан и работаете с кончиком язычка. Если же вы хотите снизить тон язычка для выдоха, не снимая при этом винсейвер, делайте это следующим образом. Поднимите винсейвер, просуньте под него скребок и продавливайте его осторожно в сторону заклепки, чтобы соскрести лишний материал. Опять же, соблюдайте осторожность, чтобы не изменить изгиб язычка. Перевод Наталья Нефедова озвучил Александр Рогачев.